Что ты собираешься делать на войне с твоими-то идеями? Там, где повсюду смерть, я буду спасать жизнь. И так отдам свой долг родине. Соединенных Штатов приготовила вам подарок, созданный, чтобы уничтожать врага. Простите, сержант, я не возьму в руки оружие. Не можешь убивать. Не могу. Ты в курсе, что убивают на войне сплошь и рядом? Рядовой ДОС не верит в насилие. Не надейтесь, что он выручит вас на поле боя. Не думаю, что дело в религии. Скорее, ты просто трус. Говорят, тебе грозит тюрьма. Но я никогда не смогу себя простить, если предам свои убеждения. Мир явно вознамерился разорвать себя на части. И что такого плохого в том, что я его хочу немного подлатать? Рядовой ДОС, вы вольны отправиться в пекло боя без оружия и возможности себя защитить.